сюрприза вылезем, искупаемся. А там же она, ну так, сильно наверх идет, вот там. Да, здесь монтаж сам где-то. Наша группа обедает в этой штольне. Что такое? В Чонкимине, вот, короче, через Кимин речка вот такая есть. Там вот когда трек идешь, короче, на ней катаешься. Вот сюда мы будем забираться. На веревке. Поясами страховки. Это вот еще одни пещеры. В какую мы пойдем, я пока не знаю. Натяните в эту страховку, натяните ее, он ее тащит, чтобы там... Не, ну понятно, если он сойдет, то мы его посмотрим на него. Как он может? Лёха, ты ему идёт? Он просто... Он повесит, да? Да нет, повесит. Отпиться назад, я не страшно, да? Легкая, реально легкая.
Да, надо сделать поход. Ты так, короче, вот... Нет, идёшь, вот это чик-чик. А у него же вот такого. Да, да, да. Здесь нету второго страхователя. Вот как он забирается, так и снизу бы надо по веревке. А так... Ай, больно! Нормально, конечно! А так практически мастером не дает. Мне кажется, надо за веревку попеть. Надо за веревку держать. Если бы еще вот хотя бы в одной точке по центру веревку зацепить. Вообще классно было, там пенило было. Правильно, правильно. Да, да. Подожди, подожди, не спеши. Всегда должен был отсюда. Подожди, мы там все вместе покажем. Зря ты так стал, тебе надо, чтобы у тебя веревка снаружи была, Никита. Я сейчас натяну ты веревку, у тебя есть локомотив. Он кис. Нравится? Завтра успеваешь. Никита! Да. А, Никита, вот в ту дырку вниз полезешь, правой ногой лезь. Левой за, да, я застрял. Давай, ну-ка посмотрите сейчас. Первую правую ногу. Ага. И тогда легко проскальзываешь. Куда? Да, ты сюда можешь? Да, я же сюда спускаюсь. А сюда смотрите. Блин, Виталик, ты меня реально испугал. Много будет света, кстати, реально. Убрать свет? Ну, да. Вот, давай так. Давай. Что, я иду? Нет, нет, подожди, еще раз. Сейчас будем тут. 10 дублей, сейчас очень много будет света. Что там, уже дошел? Сейчас? Вот так попробуй. Ты что, не полез, что ли? Сейчас, спасибо. Сюда я хожу, да, видно? Смотри, яйца. А как ты, да? А когда отключаться? Валерий Петрович. Можно, можно пора идти. А? Пора идти.
Куда вы еще пошли? Ну, мы их не обрежьте, кружите бой. Давай. Подтяните. Я не знаю, что он налет на него. Да, тянул, подтяни. Ну, вот сюда положи, где будешь, сюда положи. Еще я туда положу. Я не знаю, вот здесь будет Илья. Да, вот тут. Это чистейший. Илья, ты держи. Ну, ты подержал. Пошли. Я еще пробей силу немножко. У тебя же тот аппарат. Я буду приехать. Если пока смотрите, я не веревки на тебе? Хочешь? Еще?
давай еще. Илюха, хватит ноги? Дать ноги еще. Блин, теперь мне туда надо, ё-моё. Как-то грустно даже. Да, собака не пройдет, кошка пройдет. Илюха, у тебя обувь больше, чем эта дырка, блин. Так, все, готовимся на проход, блин.